Виктор Фазану – бразильский актер, который свою сериальную карьеру начал с главной роли. Модель, любитель путешествий, активист и борец за спасение окружающей среды и животного мира. Он является одним из самых узнаваемых бразильских актеров. Если коротко по биографии, то Виктор был рожден 2 сентября 1958 года. В молодости он успел побывать профессиональным спортсменом и выступал в команде водного поло. Его первой работой стала небольшая должность в туристическом агентстве. А вскоре его эффектная внешность привлекла модельеров, и он долгие годы выступал на подиуме, рекламируя модную одежду. И это было для него весьма прибыльным занятием. Его первая роль в сериале была сыграна в 90-м году в картине «Суррогатная мать». Женская часть аудитории буквально влюбилась в высокого и привлекательного мужчину. После этого его преследовали приглашения в новые телепроекты. Благодаря сериалам «Клоны Тропиканка» он приобрел мировую известность. Кстати, в том же 90-м году Виктор попробовал себя и в роли телеведущего. Программа «Глоба Экология» только начала тогда выходить. И именно Фазану был ее первым ведущим. Он ушел из-за конфликта с руководством, так как считал, что информацию нужно доносить до людей на понятном им языке. В общей сложности Виктор Фазану успел сняться в более 10 успешных сериалах, закончив свою карьеру в 2014 году. Сегодня бывший актер посвящает все свое свободное время общественной деятельности в области защиты животных и природы. К тому же он владелец заповедника, в котором живут представители редких видов зверей и птиц. Сам Виктор вегетарианец с большим стажем, потому что еще с молодых лет следил за своей фигурой. Для этого он также занимается спортом, поддерживая форму и сейчас. Несмотря на расспросы журналистов, звезда сериалов не рассказывает о своей личной жизни. Как-то в интервью он признался, что в 19 лет пережил смерть своего новорожденного ребенка, и эта психологическая травма не позволила ему сейчас завести семью. Ну а мы на этом прощаемся и ждем от вас комментариев, помните ли вы Виктора Фазана в роли Тавини в сериале «Клон», и что думаете о его творчестве.